конечно же, всем, тем более всем, кто дошел до конца, потому что для меня все участники сегодня, они однозначно все 100% победили, потому что самая главная победа – это победа над собой. Что вы в этот праздничный, солнечный день не сорвались ни на моря, не пошли, там, невзирая на то, что у нас город морской, основная масса. В любом случае, там с флотом все связано. Вы все-таки провели мероприятие весь день сегодня здесь. Вы отдали свои силы, душу, внимание. За это вам поклон и огромная благодарность. Ну и приступим, давайте, к самому приятному. Наши юноши до 13 лет включительно. Вештанг 25 килограмм. Третье место. Мондарчук Никита. Быстрее. Да, давай, не стесняйтесь, да, подходим. Поздравляю. Грамоту. Поздравляемся. Ну все, молодец, занимай место в зрительном зале. Второе место. Бэльшук Виктор. Где Виктор? Вроде самый такой не маленький. Поздравляю. Так, и первое место, я даже не хочу его называть, он должен сам сюда прийти уже, то есть, как бы. Да, ну, знаешь, молодец, возвышает Максим. Молодец. Макс, постой, да, стой, встань, рядом. Все, по контракту. Да, сразу, то есть, направо, да, гонит. Так. Женщины, открытый зачет, вес штанги 25 килограмм. Абрамовская Анастасия, третье место. Нет, вы не забыли его. Читали? Нет. Положение читали? Оставляем. Все должно быть, то есть, если люди приходят на Олимпиаду, они же не уезжают домой без медали. Я, конечно, понимаю, что мы отстойное соревнование, можно, в принципе, забить на скрин. Ну так мы делать не будем. Она опаздывает. Поехала. Женщина, открытый зачет, я штанги 25 килограмм. Второе место. Линева Евгения. Спасибо. Очень приятно. Первое место. Федорова Татьяна. 25 килограмм. Спасибо вам. Грамоту с моей стороны. Так, это без медали. Так, младшие юноши до 15 лет включительно. Заявка была подана поздно, соответственно, человек только с грамотой, без медали. Так, Когут Вадим. Поздравляю. Так. До 15 лет включительно вештанг 35 килограмм за участие Клеймонов Виктор. Поздравляю. Приходи к нам еще. Столько пожмете, и вы не будете улыбаться. Так. Юноши до 18 лет вештанг 45 килограмм. Третье место. Позаев Тимур. Тимур Козаев. Допустите, может там где-то потерялся. Ну нет. Как с вами приятно иметь дело, прям сплошная экономия. Так, второе место. Филиппинок Александр. Правильно сказал? Пожелание, будет тренироваться. Друзья, спасибо, что пришел. Первое место. Мурзин Юрий. Поздравляю. Юрий перебрался в 45 килограмм. Растет. И начал рвать. Ну а как без этого? Юноша до 23 лет. Получается грамота и медаль участника. Потому что всего два человека в номинации. Соответственно, борьбы такой не было. Но и результаты парни показали, конечно, вообще супер. Так. Ефремов Сергей. 55 килограмм на 102 повторения.
Спасибо. Сейчас подожди, я сторонёночки. Грицаюк Роман, если было бы, то есть бы занял бы первое место. По очкам, по коэффициенту. Спасибо. Роман, поздравляю. Хочу вам объявить сейчас пока, то есть я тоже запыхал. Кому будут положены денежные призы, а мне попозже подойдете, после награды, сейчас сразу был не готов прилепить денежку. Вы не думайте, что я забыл. Так, если вы... Так, третье место, 50. Так, Поздняков Юрий, первый раз участвовал в нашем турнире, третье место. Сыну вешать не медаль, он его отпустил на соревнования. Поздний. Не хочешь, да? Рано еще. Все, молодец. Вот тогда, куда подожди, я стою сфотографируюсь. Мы тебя на первой речке повешаем. Я имею в виду фотографии. От счастья плачет. Второе место. Землет Роман. Где боль? Роман. Рома. Это тот, кто обещал нам весь помост тут делать? Да, почти. Поздравляю. Первое место. Капитан всех этих маньяков, Кладенок Игорь. Ветераны от 40 лет включительно. Третье место. Рыжнов Сергей. Поздравляю. Второе место. Мурзин Андрей Юрьевич. Сына перепутал. Это уже прямо гимнастия русского жизни. Поздравляю. Рады, что влились в наши ряды. Ну и первое место. Где он там? Да выходите, Сергей Геннадьевич, не стесняйтесь, да. Ветеран старше 50 лет дает нам, как говорится, правильно же. Приятно знать. Ветераны от 40 лет, две штанги 75 килограмм, за участие Пришисов Сергей с неимоверными результатами. А что на него я не буду так строгать? Так, где этот маньяк, который Мансуров Геннадий, вес штанги 75 килограмм? Такой удивленный, как будто не ожидал, да? Подожди, я тебя поздравлю. А теперь фотографируйся. А ты жена не поверишь, что ты был у нас. Назарчук Артем. А, Назаров Артем. Поздравляю. Приходите к нам еще. Ну и где этот Максим Непомнящий? Две штанги 75 килограмм. Человек в прошлом году унес кубок. Да. Поздравляю. Так, это у нас, короче, мастиф. Все, кто наградился, в принципе, спасибо, что пришли. Сейчас мы вторую партию, ну, то есть, как бы, в многоповторном троеборье, то есть, как бы, будем награждать. И еще спортсмены пода, да. И кто, то есть, как бы, на кубок остается десантник, те остаются, а кто... Спасибо, что говорите. Пускай. Не, вы не слышали, что я сказал? Я сказал, кто наградился, то есть как, кроме теста Купера, получается, и многоповторного троеборья. Так, ратники, разбегаемся, сейчас ломанетесь.
Да. Медали отмывать. Да? Я деньги здесь получу за вас, вы здесь живаете. Не, деньги не положено, к сожалению. Это стаж. Тогда я все можете ужать. Ну, на кубок поддерживаем. Все, пошла запись. Все, ты снимаешь. Прикрыли. Многоповторное троеборье, да, которое мы провели в этот первый раз. Если кому понравилось, пишите, проведем еще раз. Непомнящий Максим, третье место. Мужчина открытый зачем? Нет, это за мужчину открытый зачем? Это троебой. Аккуратно. Шею попробуй. Зебульт Роман. Второе место. Парни, у нас весь обвешанный, как елки. Первое место, Владимир. Игорь? Девушка. Средье место. Лапина Антонина. Второе место. Ленёва Евгения. Первое место. Джимиева Виолетта. Рот закрой. Рез Купера у нас. Юноши до 19 лет. Третье место. Капитула Антон. Сиди, посиди, он сейчас их шибет. Поздравляем. Подери сюда. Так еще спотрит. Все, иди сюда. Второе место. Бесталантный. Бесталантный Михаил. Никто не наш, да. Молодцы, есть. Стой. Все, давай. Не зря год в армии служил, молодец. Первое место, где этот Роман Грицаюк? Людмил, прыгает, Людмил. А через год ты пойдешь, Мишу заменишь. Так, тест Купера. Женщина, открытый зачет. Абрамовская Анастасия, третье место. Она не успевает подъехать. Не успела, повзевала. Второе место. Лапина Антонина. Ну, такое удивленно, да? Бывает у нас вот так вот, да. Поздравляем еще раз. Первое место. Гринева Евгения. Ура! Я много дороже. Все, да. Мало, спасибо. Пресса, приди. Можно и в нашу сторону? Да. Юноши до 11 лет. Третье место. Егоров Егор. Сюда смотри. Я сказал, куда смотреть. Все, ушел. Второе место. Гарин Даниил. Борцов как парень. Борцуха. Борцуха. Поздравляю. Сюда подавил. Первое место. Александрович Василий. Зверь. Борцуха, да? Борцуха.
Поздравляем, молодец. Все, еще немножко передохнем и да, закончим. Три номинации еще у нас. Грамоты для них не готовы, передадим через Артура, через зал. То есть, как бы. Третье место. Пащенко Алексей. Алексей. Третье место, второе место. Терехин Алексей. Александр. Александр. За медалью надо бежать. Мы на счет. Поздравляю. Грамоты через курочку. Да, не готов. И первое место. Козин. Козина. Михаил. А, ну вам грамоту я передам, когда Сергей встретил. Третье место. Да я ему пишу телефон, мы что-то награждаем. Короче, я пока мы еще пока здесь. Все. Хорошо, ну ладно, мне не удобно. Краснов Егор, второе место. Где этот Игорь Колодинок? Первое место, если кто не понял. Я бы переждал. Естественно, я ж не спорю. Где? Сразу же. Попал? Отдай кому-нибудь фотоаппарат, сейчас я объявляю. Мужчины до 50 лет. Третье место. Мазуров Геннадий. Шел, приехал сюда за одной медалью, уезжает с двумя. Буржуй. Ну все, хватит. А что, грамота не нужна, конечно. Готов? Поздравляю. Ну даже я тут записался. Овчинников Степан, второе место. Вот они, меня один тоже. Я вот так сказал. Все, что ты первое место. Руфов Алексей. Сейчас мы пока наградим просто наших участников и потом приступим к награждению кубка десантника. Награждение, как даже не знаю, как сказать, людей назвать. То есть. Будем награждать только тех, то есть как было запланировано награждение в каждой номинации такой, но раз борьбы у нас не получилось, поэтому только достойных, скажем так. Женщины, то есть как бы, Федорова награждается вот такой девушкой. Да. За, как говорится, неоценимый вклад в русский жизнь. Хотя у вас это было первый раз, да, то есть как бы, но дебют удался. Поздравляем вас, приходите к нам еще, то есть как бы. Спасибо. За развитие русского жима и вклад, то есть, во все, во все, во все. Короче, не буду говорить. Максим Непомнящий. Так, поздравляю. Ну, в смысле, не поздравляю, а благодарю за проделанную работу. И не останавливаюсь на этом. Нам сюда, на гостиную. Да. Ого, круто. За... как сказать, постоянное участие, не только самого ответа, а еще приводит постоянно людей к нам, то есть Игорь Кладинок. Благодарю тебя. Ну и самый юный, то есть как бы участник наших турниров, то есть Роман Грицаюк. Единственный тренер, который действительно тренирует.
парни растут, награждаем. Продолжай в том же духе. Но ты не убегай, сфотографируйся, ты так совсем скромно. Ты туда так пойдешь, чтобы всем было видно. Так, сейчас. Роман. Вам, это должно стоять у нас в кабинете. А, вот так, начало вымогание. Ну и Кубок от Союза десантников занял, то есть не борьба, конечно, была в этом году, но больше и лучше, чем в том году. На следующий год мы, надеюсь, продумаем что-нибудь еще, также если Игорь нам подскажет. То есть Кубок вручаем Игорю Кладинку. Давайте со всеми. Поздравляем. Я не забыл, я же сказал, что деньги сейчас все вообще фото сделаем. Мы... Нет, ты фото, фото, все, ты потом думаешь, вообще фото я сфотографирую подарили. Телефон доставали, медали бы больше, чем у меня. Ну давайте сделаем вообще фото, чтобы не горело. Общее, давайте. Так, кратко, сидите, пожалуйста, потом. Все, подходите, кто хочет сфотографироваться. Егор, давай, Егор, присядь, давай, мы потом смотримся. Пусть все смотрятся, потом мы смотрим. Давай, сфотаемся. Ро! Иду же мужикам. Ро! Давай не за штангу! Все высокие за штангу получаются! Молодежь на себя выпнет. Девушки, женщины, кто не сидят. Присядь, просто все остальные присядь, пусть пройдут. Присядь, пожалуйста, присядь. Конечно.